Сегодня настал день, наконец-таки, когда нужно расхламить лоджию и выкинуть все старое и ненужное. Опа! Тут у нас шкафчик висит. Вот. Надо будет все тоже выкинуть и сделать тут ремонт, а лучше комнату для отдыха. Я хотела бы, да, какой-нибудь тут столик, маленький диванчик и спать на лоджии. Прикольно? Ну, не знаю. Хотя просто, чтобы было все чистенько и убрано надо. Вот куда вот самокат, санки, велосипеды, самокаты. Столько хлама на балконе. Наконец-то сегодня руки дошли до него. Тут очень много, что нужно выкинуть. Итак, вот это сейчас все отправляется на мусорку. Здесь табуретки старые, наконец-то я от них избавлюсь. Вообще бы еще вот эту табуреточку тоже надо выкинуть. Это Олесь тут обычно бывает, сидит. Надо будет купить новый стульчик красивый. Ковер тут старый. Старые системные блоки вот эти тоже отправляются на мусорку, потому что они уже не актуальны и морально устарели. Потом всякие какие-то тут запчасти, еще с ремонта оставалось. Что-то тут всякие коробки, там всякая-всякая фигня. Вот. Короче, вот это сейчас все надо отнести на мусорку. Дощечка. Этот большой аквариум я решила все-таки выкинуть, потому что он протекал не раз. Огромный пакет черный с мусором. Короче, всякая разная всячина строительная. И решила я избавиться от тазиков стареньких, от ведерков. И тут всякая тоже строительная фигня. Тут насос старый, который не работает. Вот. Ну, вот так в итоге тут разгребли пространство. Конечно, осталось еще много чего нужно выкинуть. Ну, хотя бы вот таким образом. Здесь на лоджии висит шкафчик. В итоге сейчас он пустой, но у меня там обычно банки хранятся. Вот так. А здесь, если честно, мне дали вещи на хранение. Это не мои вещи пока. Просто попросили, пока лежат. Ну, думаю, ладно. Пока не сильно мешают, конечно. Потом, когда у меня терпение кончится, я скажу, чтобы эти вещи тоже забрали. В итоге здесь снегокат остался, ну, потому что его не знаю пока куда деть. Тут вот качели надо будет взять на дачу. Маленькие такие они, детские совсем. Вот, зонтик летний, там тележка. Вот, думаю, ее продать, что ли, или отдать куда-то. Потому что она была какое-то время нужна, а потом как бы стоит тут уже несколько лет. Уголь там остался. А в том пакете гора игрушек, я их, скорее всего, либо кому-то отдам, либо вывалю, пойду в детскую песочницу во дворе. Жалко выкидывать, там хорошие игрушки есть. Собрала, пока вот так вот там лежит. Короче, вот так вот. Сейчас я, конечно же, еще буду наводить здесь порядок. Надо окна помыть, потому что здесь я их еще не мыла. Подоконники протереть, полы хорошенько еще протереть. Так что вот, тут еще дел полно. Так что я пошла убираться. И вот у меня еще мешок. Здесь старые шмотки, которые я собрала, которые мне уже не нужны. Я хочу поехать в H&M, их сдать, там получить скидку. Либо я не знаю, что с ними уже делать. Скорее всего, их сдам туда. Сегодня я вам показала лишь начальную стадию, ремонт впереди еще. В интернете надо покопошиться, посмотреть современные дизайны, подглядеть какие-то идеи отделки, обустройства лоджий. И я хочу сделать на балконе все-таки такую релакс-зону для отдыха. К тому же лето ура началось, жара пошла. Вот, хочу преобразить балкончик, хочу, чтобы было красиво, уютно и комфортно. Пока на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. Всем хорошего настроения, всем пока-пока, до скорых встреч!